Сотрудник полиции критически осматривает детскую площадку на Кировской аллее. На первый взгляд нарушений нет, но так бывает не всегда. Площадка, значит, предназначена для развития детей, для отдыха вместе с родителями. Основные проблемы у нас по детским площадкам – это взрослые, которые приходят здесь, распивают алкоголь, бросают мусор, бутылки, окурки. В день, когда прошел этот рейд, в 7 часов вечера никто на детской площадке напитков не распивал. Но были другие нарушители порядка. Собаки – постоянные гости таких мест. Существует угроза для людей, для детей в связи с этими собаками. Вот. По данным фактам, значит, проводим проверки, выносим представление в адрес соответствующих органов, которые должны заниматься данной проблемой. Полицейский рассказывает подросткам о необходимости выгула собаки только в наморднике и на поводке. Лекция прошла успешно. Одно животное уводят с детской площадки. Рейд продолжается. Сигнал поступил из микрорайона, где расположена школа номер 9. Говорят, здесь гуляют собаки бойцовских пород. Около моего дома. Она меня тогда на стадионе за мной побежала, собака. На этот раз собаки по округе не гуляли. В любом случае решить эту проблему необходимо до начала учебного года. Остался месяц. Школа номер 9 планирует открыть на своей базе образовательный центр для самых юных. А это значит, безопасность должна быть на первом месте.